Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 10 на странице 34 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Великолепная семерка. Вырежи из приложения 7 частей квадрата. Сложи из них фигуру домик, так как показано на рисунке. Чтобы сложить данную фигуру, мы сначала возьмем треугольник под номером 1. Справа от него положим треугольник под номером 4. Слева от него положим два треугольника, треугольник под номером 5 и треугольник под номером 7. Теперь выполняем крышу нашего домика. Сначала мы кладем большой треугольник под цифрой 2. Затем кладем четырехугольник под цифрой 3. И труба, это квадрат под цифрой 6. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.